Сегодня Йом-Кипур, судный день. Тут первый дом мой, вот это второй дом такой. Вот. Видно, скорая помощь поехала. Это рядом вот стройка такая. Стоит на красный свет, значит никого там нет. Светофоры работают. Девять утра сейчас. Слышно, как переключатели светофоров, и вот эти вот штуки пищат, это для глухих, для слепых, вернее, чтобы они знали, где нажимать кнопочку. По центральной дороге должны быть машины. Вон одна какая-то есть. Это полицейская. Yeah.
Ну, вот центральная дорога. Время 9.02, 12.10. Есть немножко машин. Там, понятно, море Средиземное. Трава полита, это система полива. Тут вот такие сады-огороды. Сейчас откроем замок. Ну вот это мой огород снаружи. Баклажаны тут вот. Кукуруза это не моя, конечно. Мой вот этот вот закрытый огород. Вот. Заборы даже раскрыты. Вот этот надо будет сорвать, этот съедобный. Маленькие вот они. Пока маленькие, их можно кушать. Как называются они по-русски? Эти только на семена пойдут.
дождей пришел полить судный день свой огород. Вот это пассифлора растет. Это вот авокадо двухлетние. Это двухлетние тоже вот эти. Вот это однолетние авокадо. И вот это однолетние. За лето лет. Однолетнее, одно лето. Однолетнее по-русски. Это перец вот цветет. Вот. Перчик. А это я вот луковицы посадил. Они уже где-то буквально дней 5 назад. Мне тут уже перья выгнали. Ага, вот перчик. Тут тоже авокадо. Это пассифлора, это авокадо. Это вот фруктовые деревья какие-то вылазят. Это похоже на малину. Посмотрим. Я тут корешки кидал. Еще из Украины привез. Что-то они проросли. Ну, пчелы есть. Это вот мандариновое дерево, ну, что-то они все болеют, и вот мандарины. Никак не выяснить, чем их лечить. Тут много мандариновых деревьев, а это авокадо все. Лес авокадо однолетних. И вот авокадо. А это клубника. Вот тоже авокадо. Это мандариновое дерево, вот тоже. Вот мандарин. Вот тоже авокадо. Пассифлора. Ну, тут так вот микроклимат создается такой. Так бы они вот эти такими большими не вырастали бы, это огромные просто. Это типа семейство кабачковых. Такое 12 октября.